Одиннадцатиклассница Евгения Андреевская из Москвы создала робота для исследования ила со дна океана. Он поможет установить причины изменения климата и оценить уровень загрязнений. Сейчас океанологи анализируют данные вручную, сначала на судне, затем на берегу. Робот ускорит исследования и сделает результаты более точными. Евгения делала проект под руководством ученого из Института океанологии Дмитрия Борисова. Школьница сама собрала и настроила все электронные компоненты. Спроектировала и распечатала на 3D-принтере элементы, написала программу для управления. Далее Евгения будет улучшать устройство. Прототипом уже интересуются потенциальные покупатели. Хороших вам новостей!